Не забудьте подписаться на наш веселый канал, чтобы не пропустить все самое интересное. В этом мастер-классе мы покажем процесс изготовления поделки с использованием трубочек для коктейля. В частности, продемонстрируем создание цветочка. Для изготовления такой поделки мы приготовили трубочки для коктейля, две желтые, две зеленые и одна розовая. Ножницы, прозрачный скотч, зажигалку. Сначала из желтой трубочки приготовим заготовки для самого цветочка. Нам потребуется 6 одинаковых заготовок длиной около 6 см, отрезаем под углом один кончик. После этого разрезаем трубочку вдоль. Затем с помощью ножниц аккуратно подкручиваем получившийся желтый лепесток. Так мы должны поступить с остальными заготовками. Всего для цветка готовим 6 лепестков. Теперь выполним сердце и венку для цветочка. Ее делаем из кусочка розовой трубочки. С одного края выполняем частые надрезы. Далее воспользуемся зажигалкой. Требуется слегка опалить тонкие кончики. Так мы получили тычинку будущего цветочка. К этой розовой серединке начинаем добавлять желтые лепестки. Присоединяем первый лепесток, закрепляя его в нижней части с помощью прозрачного скотча. Добавляем еще два лепестка. Присоединяем оставшиеся три лепесточка. Выступающую снизу розовую трубочку отрезаем. В качестве стебелька используем зеленую трубочку для коктейля. Вставляем ее в основание цветочка и закрепляем прозрачным скотчем. Из второй зеленой трубочки делаем пару заготовок для листочков. Процесс их создания такой же, как и у лепестков. Прикрепляем прозрачным скотчем эти листочки к стеблю. Наш цветочек из коктейльных трубочек готов. Поделитесь мастер-классом в соцсетях. Посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками. Подпишитесь на YouTube канал. И, главное, большое вам спасибо за лайки. Всего доброго. Все ссылки под видео.